10 октября. На проспекте Героев полным ходом идет ремонт дороги. Уже установлен бордюрный камень, скоро приступят к укладке нового дорожного покрытия и ремонту тротуаров. Как тут не вспомнить народную мудрость? Опять ремонтникам лета не хватило. Однако в этот раз никаких задержек нет. После летних дорожных работ остались сэкономленные средства, и на них сейчас ведется дополнительный ремонт. По поручению главы города Владимира Александровича Панова эта экономия была расторгована еще раз, повторно, и дополнительно таким образом сейчас получится отремонтировать еще 3 участка дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Итак, дополнительно отремонтируют проспект Героев протяженностью почти 1,5 километра, площадь Буревестника и участок на улице Коминтерна в Сормовском районе. Проспект Героев подрядчик планирует закончить на следующей неделе. Ужасная дорога была. Ну а что конкретно там было? Ну там люки с провалами были. И тут трещины были. Ну ужасные как. Ям таких не было, чтобы колеса можно было потерять, но качество было плохое, полотна. Начиная с прошлого года, по крайней мере, очень сильно стал замечать. Дороги делают очень много где. Ремонт на площади Буревестника и на улице Коминтерна начнется в ближайшее время. В целом, по 3 новым объектам площадь работ составит порядка 67 тысяч квадратных метров. Ирина Стефанюк, «Время новостей».